Привет, с вами Крошик Дэй. И сегодня 1 января, так что мы будем открывать подарки на Новый год. Давайте начнем. Я хочу сначала вот этот большой. Я распаковала, и мне попался Йодик. Он очень милый. Мне там так нравится. Его глазочки. Посмотрите, какой он милаш. Открываем второй подарок. Я хочу это вот такой вот подарок. Это от бабушки. Так, давайте его откроем. Вау, смотри. Это блокнот единорожка. Блокнот юникорн, да? Такой большой, и тут есть кармашки маленькие. Так прикольно. А ну покажи обложку, Ирина. Вот. На камеру покажи, Арина. И там что-то сыпется. Угу. Следующий подарок. Да, следующий подарок тоже от бабушки. Что-то тоненькое. Давай посмотрим, что это. Потому что я вообще не представляю, что это. И в этом подарке у меня попались наклеечки. Вот такие вот для ванны. Пеночка с краской. Какой прикольный котик. И татуировки. Татушечки. А ну-ка, дай покажи. Вот. И четвертый подарок тоже тут. Он тоже от бабушки. И нам попался такой вот, можно сказать, мини-салон красоты. И это вот такой вот набор, там, где можно клеить себе на ногти и разные наклеечки, красить ногти. Короче, наращивать ногти, там маникюрный такой наборчик, да? Да. И красить маникюр, там всякие вот. Да, такие штучки. Вот рисунки прикольные. Да. И следующий подарок. Это от вас, как я поняла, да? Да, вот Дед Мороз раскошелился. Но без нас бы он не смог такой масштаб взять. Так много у меня уже подарков, и это еще не все. Так, открываем. Что же тут? Смотрите, это такой вот набор, чтобы... делать аквагрим, как я поняла, да? Ух ты, прикольно. Карандаши для аквагрима. Да. Такие фломастеры как. Да. И следующий подарок. Вау, посмотрите, такой новогодний наборчик. Давайте его откроем. Так, где тут открывать? Вот тут. Так, быстренько. И в этом наборе у меня попался бальзам для губ с конфеткой новогодней. Еще антисептик тоже с конфеткой красненький. Что еще, Аринка? Кремушек с конфеткой. Ты куда же без кремушки-то зимой? И бомбочка для ванны. Очень классно, пригодится. Следующий подарочек. И что же тут? Вау, тут так много вкусняшек. Набор, киндер-сюрприз, да? Да, ну не только, посмотрите, тут еще желейки есть. Очень классно. У тебя еще что-то осталось? Да, конечно. Вот это Дед Мороз расщедрился. Ну, и вы. Они, наверное, совместно с Санта-Клаусом, да? Да, наверное. Влаживались в бюджет. Вау, что это такое, Аринка? А ну покажи. Это такие маркеры, которым пишут кисточкой. Я такие очень сильно хотела. А ну покажи на камеру. Это как у моей подруги. Класс. А ну распакуй, покажи, что из себя представляют эти маркеры. Давай. Мне аж сумма интересна. Кисточки какие-то, да? Да, они кисточкообразные. Так, открываем. И тут, смотрите, почему я называю их кисточкообразными. А ну, распакуй. Вау, классно. Они мягенькие такие, смотри, как кисточка прям, смотрите, да? Две стороны. Это очень классно. Теперь ими буду рисовать. Следующий подарок. Мне так не терпится его открыть. Давайте откроем. С Новым годом, Арине, от папы и мамы. Значит, это от вас, да, папа? Да, Аринка. Так, что же тут? Что же там? Вау, смотрите, что же это? Тут что-то есть, что ли?
Какой красивый пенал. Смотрите. Вау, действительно прикольно. Это краски какие-то? Это косметика. Хорошо, давай дальше. Следующий подарок. Это, посмотрите, тут столько наклеек. Очень классно. Это все наклейки. Ой, нет, смотрите, там еще куча наклеек. Классно. Так, что тут еще? И тут еще вот такие вот кисточки. Профессиональные кисточки? Да, это, наверное, для глаз. Эти кисти для рисования. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Тут такой вот бальзам для губ. Давайте его откроем. И это вот такой вот бальзам для губ. Вау, в стиле единорожка, да? Да. Он радужный. Такой классный, мне он очень нравится. Да. Веселый, скажем так, такой новогодний прям. Да. Еще тут есть вот такой вот бальзам для губ. Ух смотрите. Ты! Это пандочка. И это тоже бальзам для губ. Класс. Еще тут есть вот такой вот антисептик. Красивый голубого цвета. И... вот такой вот бальзам для губ Sam & Dance. Очень вкусно пахнет шоколадом. И последний подарочек. Давайте его скорее откроем. Тут новогодние носки. И это не все. Может быть, это носки для подарочек, которые большие вот это. Наверное. Смотрите, и тигрик. Это потому что пьяный. Год тигра. Да, мне очень понравились все подарки. А если вам тоже, то поставь лайк и подпишись на канал. А с вами был Крошик Дэй. Пока!